В первом сезоне этот участник с легкостью прошел в гранд-финал со смертельно опасным номером. Чем на этот раз удивит Дмитрий Поляков? Что она здесь где-то, это Дженнифер Лопес. Удивлены? Он очень креативный, мне нравятся его новые идеи, мне нравятся его экстремальные иллюзии, которые он делает, и ты прям сидишь, переживаешь за него. Это такой талантливый парень. Я прям очень хочу, чтобы он взорвал сегодня сцену своей иллюзии. Человек, который знает свое дело. Человек, который умеет работать с аудиторией. Но самое интересное, что он не там копирует кого-то как-то. Он сам придумывает номера, то есть он их соединяет, делает большое представление, шоу. Я в ожидании чуда. Это самый настоящий профессионал, прям с большой буквы. Он всегда делает вызовы самому себе, в первую очередь. Поэтому... Что это будет, я не представляю. Жду с нетерпением. Для меня, наверное, уже слово «иллюзионист» — это такой стиль по жизни. Вот. Но это не значит, что я там всегда что-то делаю такое связанное там, с трюками, исчезаю и так далее. То есть здесь, наверное, вот это понимание вообще, как устроен мир со стороны, с призмы иллюзиониста, он очень по-другому выглядит. Ты понимаешь, что мир построен на эмоциях. Я выкладываюсь полностью на все 100% и не просто рискую жизнью. Мне всегда по прохождению, по этапу следующему, мне хочется в 2 раза, в 3 раза увеличивать вот этот градус, будем говорить, удивления, градус напряжения. Поэтому вот трюк опасный, и действительно он пока еще меня пугает. В этом его основная особенность, что он не повторялся еще ни разу, нигде никто его не делал. И у меня нету референса, у меня нету человека, который может мне помочь с этим трюком. То есть мы делаем все первый раз, и я буду испытывать его впервые сам. Когда ты понимаешь, что ты все еще можешь конкурировать, все еще делаешь то, что еще никто до тебя не делал, это все тебя заряжает. Дима, привет! Я мысленно с тобой. Желаю тебе победы и удачи, чтобы это шоу принесло самых крутых и ярких эмоций. Ты для меня всегда победитель. Люблю тебя! Она каждый раз спрашивает, звонит, сколько там раз ты репетировал, потому что трюк опасный, и я понимаю, что они действительно волнуются, поэтому постараемся сделать так, чтобы все хорошо было, чтобы вернулся. Вы готовы окунуться в мир магии и волшебства? На сцене Дмитрий Поляков, Узбекистан. Приветствовать, друзья! Я давно вас не видел. Спасибо еще раз. Мы, иллюзионисты, очень любим рисковать на сцене. Вы это знаете, я не исключение. И сегодня я подготовил вам трюк, ну, как по мне, самый рисковый мой трюк. Я называю его «Трон смерти». Все просто. Я хочу позвать сюда нашу уважаемую ведущую, чтобы она лично удостоверилась, что эта штука крайне опасная. Смотрите, настоящий металлический топор. Не стойте под этой страшной штукой, она опасна. 7 острых, как лезвие ножей. Ну и самое главное, булава, которая будет зажжена во время трюка. 5 замков, цепи, наручники, кандалы. И у меня будет меньше 2 минут, чтобы выбраться отсюда живым. Если вы готовы, единственная вещь, которая будет мне помощником, это самая обыкновенная отмычка. Она у нас есть. Вы все проверили, цепи, замки, все по-настоящему.
Да, да, все настоящее, острое. Могу проверить топор? Проверь. Топор, конечно. Да. Острый топор. Удачи. Спасибо. Готовы для начала, кивните мне. 3, 2, 1. А почему середину? Потому что за это время оно прогорит. Ну давай. Минута 20. Минута. Какой опасный номер! Честно скажу, я в этом сезоне не хотел подвергать себя опасности, но не удержался, честно. И это сделано впервые в СНГ, и я думаю, это нужно отметить, просто что это было сделано впервые и мной тоже сегодня на этой сцене. Браво! Ситора, как вам номер? Невероятный. Ну, Дима, конечно, непредсказуемый экстремал. Дима, сколько у вас в семье детей? Я единственный ребенок. Почему ты так рискуешь своей жизнью? Я люблю экстрим, я страшный экстремал, но не настолько, чтобы рисковать жизнью. Ты знаешь, как мы сидели, переживали? Шикарный, шикарный, просто нет слов. Ты даришь удивительные эмоции, ты смелый человек. И ты большой, 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 серьезный артист. Дмитрий Поляков, браво! Я, конечно, впечатлен. Я даже не представляю, что ты можешь показать на гранд-финале. Спасибо. Спасибо, Дима.